источник имеется в дополнительных расходах, предлагаются следующие направления. Сокращение бюджетных ассигнований школ, детский сад, юности в связи с сокращением доли софинансирования с 30 до 20, 19,2 миллиона рублей. Строительство автодороги улицы Луначарского, этот объект пока исключен из объектов софинансирования, 16 миллионов рублей. Содержание детских садов Министерства обороны, 12,4 миллиона рублей. В этом году будет проводиться подготовительная работа, и средства пока до конца года не потребуются. Экономия по итогам конкурсной процедуры, которая сложилась на сегодня, 4,1 миллиона. Приобретение общественного транспорта, текущий ремонт автомобильных дорог, 1,6 миллиона, содержание сетей ливневой канализации, 3,3 миллиона. Организация благоустройства и озеленения 5 миллионов, расходы на приобретение и поставку грунта для полигона ДБО 1,9 миллиона и расходы на реализацию мероприятий в рамках программы управления муниципальной собственностью 5 миллионов. Начало области произошло это объект из софинансирования и одним нам интересно тоже учитывая. Состояние автобусного парка, которому требует срочное обновление, отказ от приобретения новых автобусов, ну, я считаю, это скорее в пользу частного общественного транспорта, в пользу тех маршрутов, которые якобы мы хотели сокращать в пользу муниципального общественного транспорта.